сороковка, пятиметровки. Так, сколько штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сколько? 17. 17 штук. Ну, примерно будет, да. 17 штук, кубометр. Вот, но они разные. Пойдут там для пола. Будет, ладно. Поехали. Напилили досок, купил доски вот на пилораме. У нас в деревне пилорама есть. Вот. Материал досок, сосна. Сейчас повезем домой. Доски, для чего нужны доски? Для ремонта полов, потолка, крыши, все, да всего остального. Покажу породистых коров гелифордов. Да, кстати, надо цепи одевать. А сейчас без цепей, однако, совсем будет плохо. Вот. Здесь у нас сено лежит. Нет, не наше, а это наших людей, односельчан. И здесь вот ходят коровы, породистые гелифорды. Вот они тут в загоне, ну, коровы на подсосе, то есть они не доются, а их телята сосут, молоко высасывают. Откормочный скот.
Лена Степановна ворота откроет, и я развернусь там. Развернусь и сходу заеду в горку. Потому что без цепей будет плохо заезжать. Вот что. Без цепей, видите, он юзит. Это со стороны плохо, что никто не снимает. Юзит без цепей. Развернемся. Короче, отцепимся. Как чё? Потом разгружу. Другой день. Польская. Ну вот сегодня бы я вот поехал бы возить сено, если бы рулонов бы не было, были стага. Погода для сена сегодня как раз. Ну, правда, юзить будет, скользить. Но зато волокуша не будет тереться. Вот. Волокуша не будет тереться. Ворота.